Итак, теперь мы выслушаем комментарии и вопросы зала. Однако перед этим я собираюсь задать, возможно, самый сложный вопрос за сегодня, и надеюсь, что ваш ответ будет краток. Какие качества вашего оппонента вы цените больше всего? Лично для меня первое качество, которое приходит на ум, это настойчивость и последовательность в совершении одних и тех же ошибок. А также очевидно и то качество, что профессор Дершевиц хочет обсуждать вопросы. В отличие от всех остальных, он не убегает от вопросов. Он приходит и обсуждает их. Я считаю, что он последователен, он защищает свободу слова, право на существование всех взглядов. Этого не дождешься от других еврейских лидеров. Но я не могу пройти мимо последней темы, потому что я считаю, что вопрос защиты евреями прав черных в ЮАР и тому подобное станет одним из острейших проблем нашего времени. Я хочу вам кое-что сказать. Вопрос не в апартеиде. Вопрос в следующем. Нужно ли это евреям? Что за правительство будет в ЮАР, если к власти придет Африканский национальный конгресс? Это практический вопрос. И я скажу вам, это будет злостное антиизраильское правительство. Оно вместе с остальной черной Африкой станет почти полностью антиизраильским. И я бы хотел спросить вас, господин Дершевиц, когда Алжир боролся за независимость от Франции, и его право на независимость бесспорно, а Франция — империалистическая, колониальная держава. Но когда мы знаем, что Алжир, получив свободу, присоединится к арабам и станет полностью антиизраильским, должны ли евреи поддерживать его? Этот вопрос напрашивается сам по себе. Нужно ли это евреям? Я презираю южноафриканское правительство, однако я не собираюсь помогать в свержении этого правительства, потому что знаю, что новое правительство перестанет поддерживать Израиль. И поэтому это вопрос не апартеида, а Авдалы. Вопрос в том, чтобы определить, когда нужно бороться за угнетенный народ, а когда не нужно. Когда угнетенный народ сам начинает угнетать тебя, ты не должен бороться за него. Я выступал за войну во Вьетнаме, хотя мне на него наплевать. Я выступал за Вьетнам, исходя из вопроса, хорошо это для Израиля или нет. Я опасался, что если Америка проиграет войну, она может потерять желание участвовать в других конфликтах. И мы как раз и видим, что это происходит. Вопрос всегда стоял следующим образом. Сильная Америка – хорошо для Израиля или плохо? И я считаю, что это хорошо для Израиля. Вот почему я занял такую позицию. Всегда только на этом основании, хорошо ли это для евреев. Я не знаю, кто такой Луи Вейнштейн. И я уверен, что он хотел помочь советским евреям. Но я знаю, что ни один русский его не знает. Но спросите любого русского еврея, кто такой Мейр Кахана, он его знает.
И я говорю это, упаси Бог, не из высокомерия. Да, конечно, евреев беспокоит проблема советских евреев. Но недостаточно лишь беспокоиться об этом. Мы должны выйти на улицы и что-то делать с этим. Нужно вынести эту проблему на страницы «Нью-Йорк Таймс», которой до нее нет дела. И чтобы это сделать, вы должны быть готовы раздать роли. Я очень рад, что профессор Дершевиц решительно настроен сесть за решетку для русских евреев. Я только не понимаю, чего он так долго ждет. В любое угодное для вас время я буду рад приковать себя к любому месту в Бостоне, запрещенному полицией. И давайте отправимся за решетку вместе.